Уже вечер на дворе, можно и чаю с сырниками попробовать. Ты себе добавь вот эту штуку. Ага, сейчас я выкину эту штуку, которую я уже утопила тут в этой штуке. Я ж не могу без... Я способная на все руки, мастер. Давайте, чтобы я не вымазать это уже чистой ложечкой, не будем свинячить. Так, папая не сказал, 4 ложки ему было достаточно. Но если я съел одну. Одну, да. Зажал. Не, серьезно. Почему? Потому что оно вот такое. Я положил 4, а потом каналы горели, да? Ну, на камеру пришлось пить, чушь. Пришлось пить на камеру. Ну, что не сделаешь ради камеры? Я ж тоже на камеру. Я сейчас еще и голубцы есть буду. Голубцев у нас нема, а сырники есть. На камеру. Ешьте, ребята. Руслан сидит и с меня прикалывается. Ну и что она мела? А сырники так вкусные. Украинские сырники, как тебе? Супер, дай очки сниму, а то я на обезьяну похожа. Мартышка и очки. Мартышка к старости не добачати стала. Очки вона надела, щоб сырник попасти. Я думала, проходить. А подожди, сметаны. О, сметану забула. Дима, дай сметану. Зажали. Мы привыкли на нашей кухне есть без тарелок, без ложек, без вилок и без ножей. И очки в сметане будут. Дима, поухаживай. Скажу, ты, наверное, вилку, набухалась. Дима. Какая вилка? Я руками люблю сырники есть. Странно, я ел так, не смеялся. Там что-то добавлено? Да. Так ты не тот сырник попробовал. Игорёк, Димке не тот сырник сделали. Сметана назад вернулась. Так, очки уйдите в сторону, пожалуйста, от греха подальше. Ира спрашивает. Витамины шевелятся? Шевелятся. Имбирь за лимоном. Бегают друг за другом. Приятного аппетита. Сказал Дима, что сырник иди, и не смеялся. Че не смеялся? Ну, да вот сам не итальянец, в Украине. Да. А, ты уже ну, он украинец в Киеве. Руслан, хочешь сырничка попробовать? Такие смешные. Такие вкусные. Я руками возьму и все. Кого? Я так руками возьму. А все Вин там... тоже руками возьму. Да? Угу. И мне бумажку попаешь. И бумажку. Вот смотри, вот у меня вот это мываю. Угу. Вот я ее запускаю. Вот сейчас. Вот тут как... отключим, туда включим. Да, как же его. Ну я ранний такий, я, а я уже 10 успел, 11, ну, там утром. Я, кстати, тоже спать ложусь очень рано, я там 10 часов, 10:30, телевизор стоит на 10:30, он сам выключается. Да, вы тебя не знаю, как пришел вот так вот, да, уже они тебе новое отдали. Нет, YouTube в телевизоре. Нет, у меня стоит Chromecast в телевизоре, который передает сигнал с телефона на телевизор. Поэтому я смотрю то, что я хочу смотреть. По своему телевизору. Понятно? Я могу под Папаяне дрыхнуть или под Самуэла. Хороший нос маркет на мою камеру. Да, она там пришла. Конечно. Я пока обычно бывает.